Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Сегодняшнее мое видео будет о покупочках из магазина Fix Price. И первое, с чего я хочу начать, это вот с таких вот замечательных салфеток. Они достаточно объемные, большие. Вот этот вот цвет такой, знаете, золотой. Классный. Салфетки в виде тыков. И взяла вот такой вот ярко-оранжевый. Я даже не знаю, как сказать. Какой-то огненно-рыжий, такой очень красивый цвет. На камеру он немножко бледнее. На самом деле он рыжее. Если вот так вот смотреть, так, наверное, лучше видно. Так, размер данных. Салфетка декоративная, сортировочная. Ой, сервировочная, извините. Тыква. Размер, к сожалению, не указан. Состав поливинилхлорид. И такая вот салфеточка стоила 99 рублей, как бы одна штука, да? Вот, мне очень понравились, с удовольствием взяла, буду украшать дом к осени. Тем более сейчас уже осень, хочется, знаете, таких теплых оттенков, рыжих, бежевых, белых. В общем, очень хочется вот этой яркости, особенно рыжий цвет, осенний мне очень-очень нравится. Так, следующее, что я из новой коллекции увидела, это была вот такая вот декоративная чашка, кружка. Я бы сказала, что, наверное, это точно кружка. Она очень такая, знаете, хорошо выполненная, достаточно объемная. А вот тут вот она к горлышку суживается. У нас было три расцветки. Мятный цвет такой Тиффани, вот такая вот рыжая и красная. Я решила взять рыжую. Уж очень она мне понравилась. Кружка стоила 249 рублей, объем ее 500 миллилитров. И состав керамика. Девчонки, обратите внимание, мальчишки тоже. Я считаю, что это очень классно сделать такой подарок, например, ну, кому-то из близких. Например, я бы была очень довольна. Следующее, что я увидела, постоянно покупаю, но, к сожалению, на работе у меня из стола кто-то их утаскивает. Вот такие вот ножницы. У меня дома таких 5. Я ими пользуюсь на протяжении уже, знаете, очень-очень многих лет. С ними ничего не случается. Цена таких ножниц 69 рублей. Я даже подписала себе. Срок годности, естественно, не ограниченный. Состав нержавеющей стали, полипропилен. В общем, классные, очень наточены хорошо. Очень советую, кому вот действительно нужны ножницы или детям там на труды в школу. Очень рекомендую. Следующее, что я увидела у нас в магазине, это были вот такие вот зеркальные декоративные наклейки. В комплекте их 4 штуки. Размер их 20 на 20. Хочу украсить, у меня есть стена, которую я бы хотела сделать зеркальной. Но пока я остановилась, потому что... Когда я пошла, я сначала взяла на пробу посмотреть, как и что. И когда я пошла докупать еще себе, оказалось, что их уже раскупили. Так что жду нового привоза, возможно, их привезут. И весь этот комплект стоил 174 рубля 50 копеек. Так что, девчонки, обратите внимание, если кто-то тоже хочет декорировать там себе что-то дома, в квартире и так далее, то как вариант это даже очень здорово. Следующее, что у нас было... Из новой коллекции. Это была вот такая вот декоративная тарелка. Тоже она у нас, я ее, правда, всю заляпала уже. Тоже была в трех оттенках. Рыжая, белая и вот такая вот цвет Тиффани, как чашечка. Вот такие, вот такого же цвета были вот такие кружки. Вот, я ее взяла. Захотелось именно такого цвета. Есть какие-то маленькие, знаете, мелкие нюансы. Вот такие вот точечки беленькие. Вот тут вот точечка. Тут... А вот на задней стороне небольшой вот такой вот, ну, как бы дефект. Это не скол, это просто вот так вот, ну, застыла керамика, скажем так. Данная тарелка стоила 299 рублей. Ее размер 31 на 18 сантиметров. Состав керамика. Тарелка классная, буду ее использовать. Так что взяла, так сказать, применять по назначению. Поставлю вот так, чтобы было лучше видно. Простите меня за мой голос, то, что подкашливаю. Очень долго болела, не было очень долго голоса. Вот начала выздоравливать и решила, наконец-то, хоть начать съемки. Также не сегодня, а вообще, когда заходила в магазин, периодически так заглядываю, увидела вот такую вот пряжу. Не знаю, как правильно называется, турецкая пряжа. Это 100% акрил антипилинг. 100 грамм пряжи.
а в ней 250 метров. На ощупь очень приятная. Взяла вот такую серо-жемчужную. Буду вязать. Вот такую вот взяла тоже бирюзовую. Взяла вот такую вот кирпично-рыжую. И взяла беленькую. Вот. Кто вяжет, ну не знаю, деткам, собачкам что-то, не знаю, игрушки или одежку там для кукол своим деткам. Очень, кстати, классная находка. Цена каждого моточка 149 рублей. Так что, девчонки и мальчишки, присмотритесь, кто увлекается вязанием. Считаю, что и расцветки такие очень приятные, осенние, из которых можно создать действительно какую-то такую очень интересную вещь. Из старинок, но у нас это скорее новинка, или я просто не попадала, не успевала купить. Очень хотела вот такого вот купить петуха. Он, знаете, очень так тщательно сделан, все так, как сказать, до точности, да, все выполнено хорошо. Вот решила себе его взять, наконец-то я на него попала. Стоила такая декоративная фигурка 174,50, и состав ее полирезин. Хочу его поставить у себя на кухне. Мне кажется, что очень классно. Вот. Следующее, что я также увидела, но это из старой коллекции, вернее, не старой, а летней, наверное, коллекции, увидела вот такую вот шкатулку от коллекции Эльмар, по-моему. Стоила она 249 рублей. Ее состав керамика. Внутри она выполнена вот так. Решила взять себе одну. И когда наступит лето, буду ее активно использовать. Так, дальше у нас увидела вот такие вот стаканчики от фирмы Luminar. Они небольшие. По объему, к сожалению, нет, указано 200 миллилитров. Вот, каждый такой стаканчик 179 рублей. Мне понравилось вот это голубое стекло. Вообще люблю голубое стекло. Вот, и я с удовольствием взяла. И взяла. Хотела сначала купить 6, но, знаете, у меня наборов стаканов очень-очень много. А взяла поставить на поднос. У меня там стоит графин или кувшин, как правильно, не знаю. Чтобы, знаете, поутру выпить, например, таблетку запить. Ну, не только поутру, да, вообще. Утром я, например, люблю выпить стакан чистой воды. Вот. Так что буду использовать именно для этих целей, поэтому решила купить 2. Именно для подноса. Также из новинок, девочки, у нас появились вот такие вот декоративные тыковки-светильники. Размером они небольшие. Вот помещаются на ладошку. У нас были именно вот такой формы. Рыжие и вот такого цвета тиффани, да? Вот они вот с дырочками, с прорезями. И внизу, если вытащить вот эту прозрачную штучку, есть включалочка, да, там вот внутри загорается свет. В общем, мне показалось, что это очень здорово. И я решила себе взять. Буду обязательно использовать их на кухне или в коридоре украшать комод. Вот, купила такую. И еще из этих тыковочек у нас были... Сейчас, девочки, покажу. Были вот такие вот беленькие. Так, стоили они, девочки, если и мальчики, если мне не изменяет память, где-то я себе записывала. Сейчас, девчонки, посмотрю, где-то записала. 174,50. Каждая такая тыковка стоила. Беленькие взяла тоже, это уже точно взяла на кухню. Здесь свет поярче, потому что отверстие побольше. Вот, таких взяла 2. Классно смотрится, все очень хорошо горит, их можно даже подвесить при желании, но если есть кому куда. Так что присмотритесь, возможно, вам тоже понравится и пригодится. Также, девчонки, из голубого стекла купила вот такую вазочку. Таких вообще было 3 разной формы, но летом я себе 2 такие вазочки другой формы докупила. А эту я вот, ну, на нее не попала, их уже, к сожалению, не было, когда я те 2 покупала. И вот в этот раз нам довезли, я решила, что мне она прям вот срочно-срочно нужна. Поэтому также я ее себе прикупила. Дальше тоже из коллекции Эльмар нашла вот такую вот подвеску, стоила она 124 рубля, якорь. Решила, что тоже надо взять.
хочу сделать декоративный венок в морском стиле с ракушками. И вот эту вот декорацию я буду, ну, именно в этом веночке использовать. Также у нас девчонки в отделе, там, где все для, ну, не знаю, заколки, резинки, расчески для деток или как, нашла вот такие вот очень мягкие резинки. Взяла две расцветки, посчитала, что, ну, как бы нам они нужны. Цена каждого наборчика 69 рублей, ровно 69. В каждом наборе по 6 резинок, в наличии по 2 цвета. Хорошо тянутся, очень классные. В общем, я их уже оценила. Нам дома понравились. Так что обратите внимание, возможно, тоже кому-то нужно. Продолжая коллекцию Эльмар, у нас только вот привезли, надо будет ниточки обрезать, тут кое-что так вот есть. Продолжая коллекцию Эльмар, я решила купить, я не знаю, как правильно, поднос или тарелка поднос. А, написано корзина. Корзина круглая, вот такая вот плетеная. Размер ее 25 на 25 и на 7 сантиметров. В общем, классно сделано, все очень хорошо так прошито. Также буду использовать ее на балконе. Вот, летом. Так что мне она понадобится. Из этой же коллекции в этот раз я увидела еще вот такие вот звездочки и решила их две взять. Стоила каждая звездочка, ой-ой-ой, по 116 рублей. Взяла вот такую вот бирюзовую и вот бледно-голубую взяла морскую звезду. Они классные, размера нет, состав полирезин, но они мне пригодятся. Я их не просто так купила, они мне нужны. Также купила вот такую вот подставку для аксессуаров и мелочей Кит. Они у нас давно в наличии, но я считала, что, ну, как бы мне не надо. Не буду покупать. В этот раз решила, что надо. Сейчас я их вскрою, девчонки и мальчишки. Ой. Хотела перекрасить его, потому что вот там есть кое-какие, да, подтеки. Выполнен он, в принципе, неплохо. Но состав, по-моему, гипс, если мне не изменяет память. Сейчас посмотрю. Так, сделано в России. Срок годности. Размер его 19 на 10,5 сантиметров. Так, а вот состав. Состав гипс, вода и краситель. В общем, гипс, да, как я и думала. Изделия из гипса нуждаются как бы, ну, в таком аккуратном уходе, да, не намокал, чтобы. Вот не знаю, буду перекрашивать или нет. Хотела перекрасить в такой, знаете, королевский синий. Но сейчас вот думаю. Девчонки, цену на этого кита не помню. Чек от него потеряла. А в наличии на сайте их у нас нет. Поэтому, к сожалению, цену не помню. Также из новой коллекции увидела вот такие формочки. Большая тыква, маленькая вот тут вот тыква, если видно. И вот такие вытянутые, тоже большая тыковка и маленькая. Это форма для печеней, но я решила использовать эти тыквы для поделок. Они мне понадобятся. Тут даже есть рецепт печенья, если кто-то действительно будет использовать по назначению. Вот, считаю, что достаточно неплохая находка, и цена такая, в общем-то, приятная. Но вот эти вот стыки можно было бы сделать и получше. Они все-таки выпирают. Так, и еще у нас я увидела вот такую вот корзинку. Хочу ее использовать в кухонном ящике. Это корзина кухонная, стоила она 199 рублей. Ну и состав это просто, по-моему, металл. Потому что ничего другого здесь больше не задействовано. Вот, да, углеродистая сталь состав. Решила использовать на кухне. Сразу можно открыть шкафчик и увидеть, что у тебя в корзиночке лежит. Вот. Ну и последнее, что я купила в этот раз, это была вот такая вот складная черная полка. Я ее взяла на пробу. Хочу посмотреть, как она будет себя вести, потому что раньше покупала белые, они были достаточно... Ну, что-то, если потяжелее ставить, не особо устойчивые. Вот решила взять эту черную. Там были, знаете, белые с дырочками, с отверстиями. Здесь уже без отверстий. Все сделано как бы сплошным, да, фоном.
Размер данной полочки 24,5 на 17,5 сантиметров. И высота ее 19 сантиметров. Вот стоила она 149 рублей. Так что, если мне понравится, я пойду докуплю еще такую же полку. Так, сейчас я ее попробую вскрыть. Ой, если получится. Потому что упаковка очень такая хорошая. И она у меня не особо хорошо вскрывается. Сейчас, девчонки и мальчишки. Кажется, она начала поддаваться. Ой, извиняйте. Вот такая вот полочка. Ну, вот тут вот как разводы какие-то. Она все-таки пластик такой достаточно гнущийся. Вот так вот выдвигаются ножки. Девчонки, на ножках есть вот такие вот прорезиненные штучки, чтобы она, видимо, не болталась и не ездила. Так что посмотрю, как она будет вести себя в шкафчике. И если что, я себе еще такие полочки докуплю. В общем, вот такие вот покупочки я совершила в этот раз. Надеюсь, мой обзор был вам интересен. Вот. На этом я хочу с вами прощаться, пожелать вам всего самого наилучшего и до новых встреч. Всем пока-пока!